Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку переговорам России и Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. «Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, от них не будет толку. Я считаю, надо уничтожить бандеровцев и нациков. Это я, Рамзан Кадыров. Это мое мнение». Ахмат Сила, заявил Рамзан Кадыров. Отметим, это сообщение было записано голосом. Чеченский лидер говорит, что сдает кровь в мобильном пункте для бойцов. Для Рамзана Кадырова аудио формат редкость. По интонациям слышно, что он устал. Что подтверждает его основную мысль об окончании спецоперации. Отметим, война идет более месяца. За это время большее число людей эвакуировались. Ранее Федерал Пресс писал, что верховный главнокомандующий России Владимир Путин дал Рамзану Кадырову генерал-лейтенанта Росгвардии. В прошлом году он получил генерал-майора Росгвардии. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!